Добрый день, уважаемые коллеги. Но сегодня у нас вот такая тема – образовательная кинезиология. Во-первых, приветствую вас всех, поздравляю с прошедшим праздником 8 марта и, конечно, вот эта масленичная неделя. Итак, что же такое вообще-то кинезиология? Впервые... Сразу перескочила несколько слайдов, мы сделаем вот. Термин кинезиология, это состоит из двух частей. Кинезис, движение, и логис, логос, наука. Впервые я с ней столкнулась, знаете, как в книжном магазине увидела книгу, причем книгу со скидкой, потому что многие не понимали, что это такое. И когда я листала книгу, я вижу, что она связана с остеопатией. С остеопатией я знакома. Это такие направления, которые нестандартно, направления медицины, которые смотрят на человека нестандартно. Официальная медицина немножко по-другому относится. Они смотрят тело, отдельные органы в отрыве, а кинезиология смотрит на человека как нечто целостное, что взаимодействует. И оказывается, что лучшим способом наш мозг развивается как раз в тот момент, когда мы двигаемся. И образовательная кинезиология, из практической кинезиологии вышло другое направление. Образовательная кинезиология – это наука о развитии головного мозга через движение. Вот смотрите, наши, вот мы в своем детстве что мы делали? Вот не было таких, ну и мое детство было в 70-х, 80-х годах, да, дети спокойно гуляли на улице, выходили из дома, прыгали, лазали и по деревьям, где угодно. Сейчас, особенно в больших городах, люди боятся выпускать своих детей. Дети выходят на улицу только под контролем взрослых, а взрослые, мамы, бабушки, они что делают? Они боятся. Ой, не иди туда, не трогай это, не сделай это. И в итоге дети очень мало двигаются. Оказывается, вот все эти движения, активные игры, когда дети прыгают, доходят на четвереньках, создают особые связи в нашем головном мозге. И это напрямую влияет на качество обучения, на качество того, как дети учатся. Сегодняшняя наша тема как раз память и внимание. Как кинезиология, вот эта образовательная кинезиология, может помочь нам с вниманием, с памятью. А память состоит из как бы трех компонентов. Внимание, мы вначале нацеливаем свое внимание, смотрим, концентрируемся, это идет процесс запечатлевания в головном мозге, и после некоторых операций он остается в памяти или не остается в памяти, то есть мозг выбирает, что с ним делать. Если рассмотреть в отдельности вот эти три компонента, то внимание – это избирательная направленность восприятия на тот или иной объект. При этом оно бывает двух видов. Непроизвольное внимание, вы наверняка это знаете, но давайте немножко освежим в памяти, хорошо, друзья мои? Вот это поможет нам лучше уже понимать дальнейшую информацию. Да? Внимание бывает непроизвольное. Это когда вы сейчас смотрите на экране, и где-то у вас вдруг случайно включается сообщение, что в Скайпе или в Вайбере где-то вам пришло сообщение, вы моментально, ваше внимание переключается, это непроизвольное внимание, пассивное, вы не контролируете. И когда вы игнорируете эти непроизвольные, сосредоточенно смотрите на этот вебинар и на то, что я вам рассказываю, то в итоге получается, что у вас произвольное внимание, то есть вы проявили волевые усилия, осознанно управляли своей концентрацией для того, чтобы слушать именно меня. То же самое происходит с детьми. Когда что-то неожиданное, новое вот движется, они направляют свое внимание. Они сразу замечают, там птичка полетела, что-то с парты у кого-то упало, где-то что-то пошумели, они все махом повернулись,
А вот чтобы научиться не обращать на это внимание, нужны особые волевые усилия. И вот здесь именно для проявления этих волевых усилий у детей часто не хватает каких-то навыков, чего-то. И это вне зависимости от того, это детский сад, это школа, даже взрослые люди в том числе. А второй этап концентрации – это уже произвольное внимание. Когда мы сосредоточились, идет обработка информации в разных модальностях. Есть модальности восприятия акустические, то есть то, что мы воспринимаем слухом нашими ушами, да, моторное, то, что мы повторяем рукой, пишем, действия какие-то делаем, наши руки запоминают ремесло, да. Бывает у человека амнезия, он забыл, кто он такой, но возьмет кисточку в руку и рисует как художник. И почему? Потому что рука запомнила это действие. Есть визуальное, то, что мы воспринимаем глазами, обработка информации через визуальные каналы, и кинестетическое, когда мы пробуем, трогаем руками, вспоминаем вкус, запах, чувствуем. Вот это кинестетика. И чем больше при этих органах модальности включено в процесс обработки информации или какого-то действия, то он легче переходит и в память, и легче его из памяти вытащить. Иногда бывает, да, вот было, вспомните, случай, когда читаете книгу, слушаете мелодию, какую-то книгу, и вот вы вновь услышали музыку и вспомнили ваши впечатления, ваше состояние в тот момент, когда слушали эту книгу. Вот тогда идет такое воспоминание. Добрый день, друзья, те, которые чуть позже присоединились и присоединяются. А свойство памяти – это, во-первых, запоминать, второе – забывать, и третье – воспроизводить. Если мы же не все помним, и забывание – такая же функция мозга, такое, как и запоминание. Просто наш мозг выделяет важность. Если это важно, я запоминаю. Если не важно, забываю. Причем ученые доказали, что на самом деле ничего не забывается, потому что в гипнотическом состоянии можно ввести человека и попросить ему вспомнить такие вещи, которые он даже не зафиксировал своим вниманием. Например, номер, проходящий мимо машины, который он даже в тот момент и не смотрел. А потому что все в нашей памяти сохраняется, только оно шифруется, архивируется в недосягаемых папках. Оттуда можно вытащить только при особенных условиях, да, измененного состояния мозга, скажем так, гипноз. А так мы запоминаем только то, что для нас ценно прямо сейчас. И следующее, третье, самое важное свойство памяти – это воспроизводить. Вот бывает цепочка, ребенок выучил, он знает, как бы посмотрел, увидел, а вот воспроизводить, рассказать это, сказать, показать никак не может. Вот здесь уже идет следующий этап. И как раз образовательные кинезиологи, вот эти кинезиологические упражнения, которые мы сейчас увидим, они помогают выстраивать эти связи для того, чтобы ребенок мог спокойно уже воспроизводить то, что он запоминал. Психолог Джен Хилли говорит, в первую очередь дети воспринимают и обрабатывают сенсорные данные, то есть ощущения, полученные через органы чувств. Они предшествуют всем другим воспоминаниям. И это единственная часть системы памяти, которая одинаково эффективно работает и у малышей, и у взрослых. То есть, когда мы а какие у нас сенсорные чувства? Это руки. Это наши внутренние ощущения. Как только ощущения прикрепляются к информации, оно приобретает совершенно другую ценность для нашего головного мозга. Что лучше запоминается вообще?
Обычно воспоминания, основанные на движениях и чувственном восприятии, которые осмысленно мы связываем с какими-то другими чувствами. И вот да, я сказала, что когда у нас несколько модальностей задействовано в каком-то действии, то можно через запах вспомнить эмоциональное состояние. Даже в африканских племенах была такая традиция: во время какого-то мероприятия они благовоние какое-то распыляли или нюхали, а потом, когда им хотелось вспоминать вот это время, они брали, ну, не было у них фотоальбомов, тогда фотоаппаратов, это древние такая, древние обычаи, они этот запах нюхали, скажем, травы, цветка, и перед глазами выходили те же воспоминания, которые они чувствовали во время этого важного для них события. То есть через одну модальность мы вспоминаем все, что связано было, все, что было в контексте. Второе. Чем дольше впечатление от воспринятого удерживается в оперативной памяти, то есть мы анализируем, прорабатываем, повторяем и делаем с ними какие-то операции, тем легче это воспроизводится в будущем. И здесь же, конечно, важно еще и значение смысла. Когда есть какой-то смысл в чем-то, мы запоминаем. Наш мозг хочет вот любую информацию прицепить к чему-то, что уже есть. Вот стакан надо на что-то положить, да, одежду на что-то вешать. На голую стену вы не повесите, но если там есть крючок какой-нибудь, гвоздик, вешалка или нечто такое, за что можно зацепиться, оно зацепляется. Точно так же любую информацию мозг ищет, а с чем бы это связать? И он моментально его связывает, уже обрабатывает. И чем больше таких гвоздиков, да, таких опорно-смысловых опор, он может прикрепиться туда. Поэтому вот нейронные связи, когда говорит, вот эти нейроны развиваются как раз таким способом. Образовательная кинезиология – это особое направление, авторами которыми являются Пол и Гейл Денисоны. И девиз этого метода – движение – дверь в обучении. То есть только через движение человек развивается. В этом методе есть три простых принципа. Это обучение через движение. Детям свойственно учиться через игру и движение. Успешное обучение начинается с осознания дисбаланса. Давайте первое посмотрим. Лет 20 назад, наверное, ученые обнаружили, что дети, ну, что логопедические проблемы у взрослых возникали из-за того, что в детстве они мало ходили на четвереньках. А четвереньки – это что? Перекрестные движения. Да? Левая нога, правая рука, правая нога, правая рука. Вот когда дети бегают, у них в головном мозге определенные связи выстраиваются. Тело начинает развиваться особым образом. И не только физическое тело, но и голова. И взрослым рекомендовали вечером в течение дня какое-то количество минут, там 30-40 минут, ходить на четвереньках или делать особые упражнения, где включались эти два полушария мозга, левый и правый. Сейчас мы дальше рассмотрим. И оказалось, что вот это движение помогало решить логопедические проблемы. Так дети во время игры и движения, физического движения, очень много могут обучаться. Успешное обучение начинается с осознания дисбаланса. Дисбаланс – это что такое? Я хочу, не могу. Вот как только возникает вот этот дисбаланс, возникает желание «хочу». Вот нет у меня, я хочу. Если у меня есть вот эти игрушки, эти вещи, я их не хочу. Но если у меня нет, и я вижу, что это где-то есть, у кого-то есть, в магазине есть, у меня возникает желание. Желание чего? Потому что дисбаланс. Вот это хочу,
Результат дисбаланса. И если есть музыканты, то или кто учился в музыкальной школе, они знают, вот консонансы, неустойчивые ступени, они разрешаются в устойчивые. И неустойчивые звуки создают дисбаланс. Несозвучные аккорды разрешаются в созвучные, да, в трезвучие основные какие-то. Вот точно так же вот мы, ребенок, как только возникает проблема, он пытается его решить. И третье, самое важное, что следует запомнить, состояние стресса и тревоги, учеба усложняется, теряется естественная потребность в познаниях. Почему, когда у ребенка или взрослого тревога, его первая задача – защититься. Все остальное познание – это второстепенно, это потребности более высокого уровня. Их можно достигать после того, когда есть, когда жизненно важные, то есть система защиты уже полностью обеспечена. Вот когда все обеспечено и идет, тогда мы и учимся. Следующий слайд. Опыт показал, что образовательная кинезиология, о которой мы будем сейчас в дальнейшем говорить, это физически помогает в следующих областях. Физические навыки обучения, то есть обращение к двигательной механике. Мы все знаем про мелкую моторику, мелкую и крупную моторику, да? И есть академическое знания, академические знания и когнитивные, которые к познанию относятся. Если академические – это то, что ребенок сидит и основательно учит стихотворение, это как бы академическое, относящееся к обучению его учит. Вот это так сделай, это так сделай. А другое, когда он берет, смотрит на цветок и познает, надо же, вот этот лепесток крепится таким-то образом. А здесь листик, а здесь стебель. Вот когда он это видит, это уже когнитивное знание. И эти навыки помогают в том, чтобы он это еще больше запоминал, больше интерес у него возникал. Дальше. Самодисциплина подразумевает сознательный контроль. Вы, наверное, замечали, что те дети, которые ходят в танцевальные кружки или спортивные секции, у них самодисциплина более развита. Кроме того, что в кружках там идет еще дополнительная вот эта организация, опыт организации, но еще и опыт телесных движений. Следующее, в чем полезно, это структурированная игра, тематическое взаимодействие с другими людьми или субъектами, в ходе которых творчески обыгрывается связь между улучшением обучения и целенаправленным движением. То есть, когда ребенок делает, у него включается мозг. Так, вначале это, потом вот это. Так и структурируется. Символическое мышление. Символическое мышление где мы видим? Математика – это символы, буквы – это символы, ноты – это символы. И как это все кодируется, каждый из них передает какой-то образ, здесь тоже помогает. И, конечно же, эстетика, восприятие красоты и других чувственно-эмоциональных ценностей, явлений. Вот когда мы будем делать, там есть четвертая группа упражнений, которая идет на особое состояние, восприятие своего внутреннего состояния. И вот здесь эстетика действительно развивается значительно. Итак, упражнения гимнастики мозга, их всего лишь 26. Есть книга, которая издана. Я здесь еще и к файлам прикрепила, кроме презентации сегодняшнего вебинара, еще один файл, где вот эти упражнения 26 подробно описаны. Конечно, можно и купить книгу, где в книге не только упражнения показаны в сухую, а еще и анатомию всей этой науки. А так, пожалуйста. Первая группа – это упражнения, которые включают упражнения, пересекающие среднюю линию тела. Вот это среднюю линию тела. Почему, мы сейчас дальше узнаем. Вторая – это упражнение
энергетизирующее тело. Когда поднимается настроение, у человека есть достаточно энергии, чтобы пойти взять, сделать. Третье – растягивающее упражнение на растяжение, чтобы энергия потекла по жилам. Иногда мы сидим, или что у нас застой крови есть, да, застой энергии, а встали, потянулись, и совершенно другое ощущение. Четвертая группа – это упражнения, повышающие позитивное отношение к жизни. И что ж, сейчас приступим помаленечку скоро к упражнениям, но перед тем. Почему вот эти упражнения, где вот это правое и левое полушарие? Вы наверняка знаете, сейчас много об этом говорится, что левое полушарие у нас занимается линейным мышлением, оно по порядку вначале первое, второе, третье выхватывает, это логика, это речь, письмо. А правое полушарие у нас творческое, это образное восприятие, целостное, объемное восприятие, оно более творчески мыслит. И аналитическое, и левое полушарие. И если смотреть более подробно, что делает? Левое полушарие у нас ответственно за усвоение вербальной информации. То, что слова, да, движение правой части туловища, память, умение анализировать логику, речь, способность к точным наукам. Правое полушарие отвечает за воображение, креативность и творческие способности, эмоциональный диапазон, левую часть туловища, ориентацию в пространстве, интуицию, музыкальные способности, понимание информации, произносимой вслух. Что получается? Одной частью мы воспринимаем информацию, другой мы воспроизводим. И если связь между ними нехорошо налажена, то получается, что вы с ребенком учили-учили, а он никак не может это воспроизвести. Смотрим мозолистое тело. Вот это перешеек, вот мозолистое тело. Оно объединяет оба наших полушария, находится внутри. У кого-то оно более тонкое, у кого-то более широкое. Полностью формируется к 12-13 годам, но может развиваться и дальше. Если мы сейчас взрослые будем делать такие упражнения, оно будет более активизировано. Так, друзья, у других звук, если звук есть, то нажмите на огонек, потому что тут жалуются, что звук пропал. Есть. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что пусть обновит Татьяна Александровна страницу. Скорее всего, звук пропал только у нее. Итак, получается, что нам нужно, чтобы эти два полушария параллельно работали. И когда они параллельно работают, тогда легко вытаскивать вот эту информацию из одной в другое. Если эти межполушарные взаимодействия не хорошо сформированы, что же получается? Во-первых, плохая память. Во-вторых, агрессия, потому что человек неадекватно воспринимает информацию, окружающую его. И это дает внутреннее вот напряжение, из-за этого напряжения получается вот агрессия. Нарушение речи, потому что вот если посмотреть агрессию, агрессия возникает из, во-первых, из самозащиты. Человек сам защищает себя и потом нападает. Получается агрессия. Нарушение речи, говорит сбивчиво, нечетко. Трудности в коммуникациях с ровесниками. Письмо в зеркальном отражении. Иногда берут буквы, и вместо того, чтобы нарисовать вот так, пишут наоборот. Я сейчас не знаю, как вот. Зеркально ли? Нет, правильно показывает. Затруднение в описании ситуации по рисунку. Вы даете ребенку рисунок, он смотрит, и ему непонятно, он не может одно с другим связать. Затруднение при переписывании текста или написание под диктовку. Вот смотрят, то есть проблемы дислексии, да, которые, дисграфии, по факту это то же самое, не сформированные межполушарные взаимодействия. У младенцев считается торможение перед любым действием, то есть перед каким-то действием они тормозят,
а потом делают. Вот здесь уже есть нарушение, потому что дети настолько спонтанны, что они моментально заходят. Вот прекрасно, друзья, спасибо, что помогли нашему коллеге зайти в чат и услышать все заново. Книга, о которой я говорила, Пола и Гейл Денисонов, это «Гимнастика мозга». Она книга для учителей и родителей. Вот обложка и упражнение приблизительно, что там видно. Ну, сейчас мы более подробно рассмотрим их, друзья, с вами. Первая группа упражнений, пересекающие среднюю линию тела. Вот видите, я линии тоже провела такие. Вот если рукой сделать восьмерку, одно дело. А если двумя руками, вот идет пересечение левого и правого мозга. Когда у нас правая рука делает одно, левое другое, вот эти упражнения. Или вот шаги. Поднимаем одну ногу, колено, и в это время у нас во время ходьбы двигается другая рука, если вы замечали. Да, если вы сделали шаг левой ногой, то вперед у вас идет правая рука. Вот. А не именно та рука, с которой вы шаг сделали. И первая группа упражнений нацелена как раз на среднюю линию. Первое, что делают, когда выходят на улицу, они начинают в припрыжку бегать. Бегать в припрыжку. И это очень удобно. Вы можете в детском саду или в школе перед уроком начать припрыжек перекрестных не просто на месте, а когда одна нога поднимается, левая нога, и они правым локтем касаются ножки, другой ножки, можно вот так. Иногда хорошо, если звучит музыка, так это еще и поднимает настроение. Минутки, две вот таких простых прыжков, они вдохновились, и уже вот сразу улыбается, но не может человек не улыбнуться, когда делает вот такие упражнения. Или любое перекрестное такое спокойным шагом можно сделать, не прыгая, проходить. Ленивые восьмерки – это когда вы в воздухе можете вот так восьмерку взять, нарисовать, потом другой рукой сделать. Можно рукой вот сделать так и продолжить таким образом. Можно сделать вот так. Мы сейчас увидим и дальше вот вариации этих упражнений. Главное, когда ты спокойно делаешь. Очень полезен двойной рисунок. Можно его, когда двумя руками пишем, да, раз, единица, два, цветочек взяли. Есть такие в интернете, если забьете рисунок, или любой рисунок берете, в середину режете цветочек. Вот окружность, потом ручками сделали вот это. Можно для начала сделать поочередно. Детям сложно сразу обеими руками работать. Они вначале делают правой, если правши, потом левой, потом вместе. Это на бумаге. На бумаге есть такая вещь. Когда вы делаете на бумаге, то... все. Если человек при ходьбе поднимает правую ногу, да ни о чем не говорит. Можно просто попробовать по-другому сделать. Я не знаю. Может, кто-то более профессионально что-то скажет, но вряд ли. Вряд ли, потому что, когда вот есть тесты на определение правшей или левшей, вот руки ставят таким образом, потом какие-то несколько разных упражнений, чтобы увидеть, насколько доминирует какая-то рука. А в ходьбе они все равно меняются, и левый, и правый. Так вот, двойной рисунок лучше начинать с воздуха, потому что, когда вы делаете на бумаге или делаете на доске, он фиксируется. И ребенок видит, что это неровно и некрасиво, он расстраивается. Поэтому первые эти вещи мы начинаем делать в воздухе. Еще важный второй момент. Маленькие дети, у них еще не разработана мелкая моторика, но крупная. Мы начинаем с крупного. Да? Вначале дети пишут большие буквы такие, а потом только уже поменьше, поменьше, поменьше. Тоже делаем вот таким образом. Начинаем вначале
одной рукой и другой. Получается, почему говорят, что дети, которые учатся в музыкальной школе, они лучше по многим предметам обучаются. Потому что в музыкальной школе они играют двумя руками параллельно. Будь то даже балалайка, вот одна рука делает эти движения, балалайка вот эти, пианист одной рукой одно, скрипач другой, то есть у них две руки делают разные действия, и они действуют одновременно. И вот это требует особой координации звука, координации мозга. Друзья мои, здесь написали, что, скорее всего, из-за нестабильности интернета или что-то получается. Во всяком случае, в записи все хорошо, у многих слышно нормально. Идем дальше. Для применения этих комплексов есть особые условия. Это движение, и приемы следует выполнять точно. Потому что когда мы перейдем вот к этим упражнениям, например, да, дети иногда, чтобы не ошибиться, наполовину вот один палец не до конца открыли, да, и не все делают. В этом комплексе, кстати, нет таких упражнений, но мы в кинезиологии уже позже, когда она развивалась, и очень много таких упражнений на полушарии мозга, развитие, когда одна рука делает одно движение, другая рука другое. Движение, так, применение упражнений возможно как на предметных уроках, так и на специальных уроках кинезиологии. Вообще-то, я бы предпочла, чтобы в любой школе, особенно в начальных классах, утром перед уроками полчаса делали в начале эти упражнения, дети бы регулярно вот занимались этими упражнениями, там 10-15, постепенно увеличивая 30 минут, а потом только уроки. Это несказанно бы повысило обучаемость детей в школе. А так в детском саду тоже можно сделать определенные предметные уроки. Можно во время каких-то действий, перед решением каких-то одного действия, а давайте сейчас мы будем учить стихотворение, но прежде чем мы учим, настроим наш мозг и сделаем вот это упражнение. Несколько, пару упражнений, которые помогают. Занятия должны проводиться в эмоционально комфортном, доброжелательной обстановке, потому что я уже сказала, да, когда ребенок напрягается, он решает, переключается, решает другие вопросы, вопрос самозащиты. И для результата требуется системность и регулярность. Вот сегодня сделали, еще через 5 дней, еще через 20 дней. Не помогает. Нужно делать регулярно, желательно каждый день. И задания постепенно усложняются. Так. Давайте сейчас пройдем подальше. Тут много упражнений, вы их прочтете, посмотрите. Вращение шеи. И смотрите, что делается. Не просто на физкультуре мы берем и шею крутим в одну сторону, в другую сторону. Так, Наталья Прохорова, вы, наверное, там нажали на не ту кнопку, у вас пишут, хотите выйти в эфир. Вам не надо заходить в эфир, вы просто смотрите вебинар. Да? Дышите глубоко, расслабьте плечи, опустите голову прямо вниз и медленно вращая головой, при этом медленно почувствуйте. Потому что на физкультуре как мы крутим шею? Мы крутим быстро и активно. Да, друзья мои, запись вебинара обязательно будет. И вот когда вы уже это сделали, вам говорить легче. А еще есть такой момент, когда я занималась вокалом с учениками, как только у них голос зажат, мы просто берем, скажем, звук «а», и крутим шею, и у нас голос высвобождается. Давайте прямо сейчас сделаем вот это упражнение, вы у себя произносите какой-нибудь звук «а», «о», «и» и крутите шею медленно, спокойно. Вы увидите, что в какой-то момент, возможно, у вас звук прерывается, а потом уже расслабилась, и у вас по-другому звучит голос. Вот, вижу огоньки постепенно. Вот, попробуйте, потому что
Это действительно очень хорошо работает. Моментально снимает всякое напряжение. Все, пошло, попробовали. Здорово. Здорово. Вот когда вы чувствуете, что у вас голос устал, мы же учителя много говорим, тогда вот сделайте просто на звуке, вы легче будете чувствовать. Рокер. Это вот после того, как дети долго сидели, и мы взрослые, мы можем вот так опереться и взад, вперед массировать ягодицы и бедра. Вперед, назад, можно даже немножко и в стороны. У автора только вперед, назад. Но можно делать уже чуть-чуть увеличить. Брюшное дыхание. Положите руку на брюшную область. Выдохните старый воздух короткими, мягкими струйками. То есть и наблюдайте, как рука мягкая, рука, которая на брюшную область вы поставили, она мягко опускается, а потом вы наполняете его как будто шарик. Видите, как он постепенно увеличивается. И смотрите, когда мы говорим, а давайте надуем шарик детям, да, вот, они представляют, как на вдохе у них шарик в животе, он наполняется. Вот этот шарик для них смысловое ядро. Помните, информация должна связываться с каким-то известным смыслом. Шарик – это понятно. Вот брюшное дыхание детям абсолютно непонятно. А поставьте руку на животик, представьте, что там у нас воздушный шар, и вдыхаем. А теперь медленно выдыхаем. Что получается? Во-первых, дети координируют мягкость движения, они мягко переводят вот это вдохи и выдохи. Идет умение координировать действия своих мышц и своего дыхания. Таким образом идет следующее развитие. Приступаем к второй группе. Это упражнения, растягивающие мышцы тела. Ну, можно вот взять за плечико, повернули спокойно. Ни одно упражнение здесь не делается через силу. Все упражнения легко, а потом на другую сторону, да, захватив плечо, а потом другое. Смотрим сюда, плавно сюда и выдыхаем. При этом обязательно следим за дыханием, чтобы дыхание было свободное, спокойное. Активизация руки. Но перед тем, как писать, рисовать, поднимаем руку, вот другой рукой держим, и эту руку влево, вправо, тянем назад, вперед, да, вот это движение. И за это время подтягиваются. Друзья мои, коллеги, самое лучшее, если вы сейчас прямо будете эти движения делать, вы почувствуете, да, как это делается, как это хорошо, нехорошо, какие у вас ощущения при этом будут. Так, идем дальше. Помпа икр ног. Ну, это можно и сейчас сделать, и можно попозже. То есть опираемся и нагибаемся. При этом растягиваются у нас мышцы ног. Так, друзья мои, пишите, можно ли скачать презентацию? Конечно, вот наверху у нас есть значок «Файлы», если вы поднимете рядом с тремя точками «Файлы», нажмите, и там есть файлы, и файлы, вот слайды этого вебинара, плюс еще второй файл вот этих упражнений всех 26 в полном виде, да? Идем дальше. Третья группа – это упражнения, повышающие энергию тела. Как мы делаем? Так, нет, сейчас. Кнопки мозга. Вот есть некоторые точки в нашем теле, которые вот эта наука уже взяли немножко из йоги, из других направлений.
И я впервые встретилась с ними у психолога Константина Николаевича Довлатова. Там есть такая методика, меридиональное интегральное дыхание. Он объединил три направления, а вот одно направление работало каким образом. Когда у человека есть некоторые активные точки, это, например, вот здесь, здесь, над губой, в этой части, на ключице, под мышкой и на пальцах руки. Что надо было делать? Когда человек находится в стрессовом состоянии, он вначале спокойно дышит, потом начинает постукивание по этим точкам. Один-два вдоха, легкое такое постукивание, вот здесь, здесь по очереди. И в течение 2 минут вы вдруг замечаете, что вот все энергетическое напряжение, тот заряд, который у вас был, он уходит. Таким образом, стирались психоэмоциональные травматические состояния. Оказывается, эти точки на самом деле, они волшебные. И вот здесь предлагается, вот берем эти две точки над ключицей, другую руку на живот, и что мы делаем? Начинаем дышать, а потом можно носом вот рисовать бабочку, бабочку восьмеркой, да? И при этом спокойно дышать. И когда вот эти точки, их на них сильно давить не надо, достаточно чуть-чуть прикоснуться, то через какое-то время, сделав их несколько раз, вы увидите, что в теле появляется энергия. Вот простейшее упражнение, которое рекомендовано и взрослым, и детям, особенно пожилым людям, потому что у них тоже постепенно, когда начинается теряться память, ухудшаться, вот в этот момент эти упражнения очень полезны. Сюда же можно, например, прояснять голову для принятия быстрых решений, когда надо принимать. Что мы делаем? Двумя пальцами одной руки коснемся верхней губой, над верхней губой, а второй ставим на копчик. И глубоко массируете вот здесь. И просто дышим. Массируем и дышим в течение. А где эти точки? Вот здесь. То, что я на себе показала. Друзья мои, то, что я на себе показала насчет техники Константина Довлатова, вы можете в интернете скачать, оно в свободном доступе. Называется МИД, меридиональное интегральное дыхание Довлатов. Просто наберите. Ма и Д Довлатов, эти упражнения есть. Кнопки космоса их называют. И четвертая группа – это позы, углубляющие позитивные отношения, когда вам нужно, чтобы было хорошее отношение. Что делаем? Правую руку кладем на грудь и левую поверх него. Также можно стоя делать, можно сидя на левую лодыжку на правую. Сидим себе спокойно, минуточку, вот, и в это время просто вот отпустите, отдохните. И дети, можно сказать, а давайте посидим так минутку. Так, после этой минутки они, ноги расходятся, вот как у бабушки уже, после этого делаются руки вот так. Вот так. И тоже можно минуту посидеть. Смотрите перед собой ровно, спокойно дышите, и после этого идет внутреннее успокоение. И вдруг чувствуете, что настроение тоже поменялось. И вот, да, запись будет, через пару дней она будет выложена на Ютубе, вы получите ссылку, конечно. Есть позитивные точки, мы держим их сами себе или просим, чтобы это сделал кто-то другой. Вот они находятся над бровью, вот над глазами, это позитивные точки. Можно себе вот для кончика так чуть-чуть потрогать, вот прямо сейчас и делать. Вот берете и смотрите, и дышите. А можно, чтобы вам кто-то сделал, тоже помогает. Легонечко. И эти позитивные точки, вдруг ощущаете, что вот пришло расслабление.
Кстати, вот эта точка входит в комплекс по улучшению зрения. Там, например, вот есть одна точка одним пальцем вот на линии пересечения бровей. И вот здесь нажимать и отпускать, нажимать и отпускать. Вторая точка вот здесь, как раз чуть выше бровей, с середины бровей. Да, поднимаем. И можно вот так спокойно похлопывать. И желательно это делать двумя пальцами, потому что есть какой-то... Ну, люди сведущие говорят, что заряды, да, плюс-минус, они вместе должны работать. Когда один палец, это не так эффективно. Два пальчика. Легонечко, чуть спокойно мы касаемся. Можно просто поставить и почувствовать вот эти ощущения. И Клара Ханафорд, психолог, говорила, что в технологических культурах информация доступна практически всем. И действительно, сейчас в наше время информацию, пожалуйста, иди бери. Но настоящий интеллект зиждется на единстве чувства и творчества, а также на сообразительности в деле использования данного инструментария. Это способ достижения знания, который порождает ясные мысли и целенаправленные действия. Даже люди с ограниченной подвижностью могут теперь обучаться путем осторожного, активного активирования двигательных мышц или воображаемого движения. Смотрите, люди, у которых есть проблемы со здоровьем и не могут активно двигаться, они могут делать минимальные движения или воображать, будто бы они это делают. И вот это уже тоже сильно помогает в этом деле. Так что развиваемся, делаем упражнения. Вот гимнастика мозга, как раз вот эта книга, которую я поставила вам для скачивания, вы можете ее тоже скачать. И здесь эти упражнения подробно представлены, дорогие друзья. Ну что ж, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задавать. Возникли ли у вас какие-то вопросы? Использовали вы раньше, были бы... Скажите, благодарю. А вы раньше использовали кинезиологические упражнения? Я здесь пока в слайдах нет, но есть интересная такая еще вещь, уже более позже проработанная. Это кинезиологические сказки. Это, помните, вот дети, раньше у нас бабушки, так, сорока, ворона, кашку варила, да, делали какие-то действия рукой и при этом рассказывали какую-то историю. Вот эти движения, друзья мои, уже теперь более усовершенствовались. Теперь можно рассказывать кинезиологические сказки. Мы детям рассказываем какую-то историю, и здесь используются пальцы. Например, вот это у нас зайчик, да, зайчик. Если у нас олень, то вот это олень. Смотрите, он такой, он прыг-скок, прыг-скок. Тогда руки ставятся на стол, и во время рассказа у вас... Да, Довлатов, меридиан, интеграция дыханием. Тогда вы вот таким образом какие-то движения делаете. Сейчас очень много вот этих правополушарных упражнений. Да, вот таким образом, вот раз, потом переходим вот так. Да, здесь палец ушел и выпрямилась. Вот. Потяжки с движениями очень активно. Пальчиковая гимнастика тоже видно. Да, это тоже кинезиология, уже более поздний этап, который сделаны и развиты. Ага. Частично использовали, здорово. Для взрослых особенно интересно, потому что, ну, мы не так активно двигаемся и не так активно дышим. А вот эти упражнения, особенно четвертая часть, когда, которые с точками связаны, они
Знаете, с чем похоже? Есть в восточной практике такая вещь, минутная медитация. Что такое медитация одной минуты? Это когда человек останавливается, стоп, где я? Что я, что чувствую, что вокруг меня, что происходит. Потому что в жизни столько всякого происходит, иногда мы не замечаем, как это делается. А для второго класса, смотрите, для второго класса, это же младшая школа, вы один учитель, если вы можете сделать в начале уроков, перед уроками, минут 10 эти упражнения можно циклом сделать постепенно. Конечно, есть глубокое обучение кинезиологии. То, что я рассказала, это такое общее представление об этом. Можно пойти на курсы и понимать, как постепенно их сделать, их встраивать. Но авторы, как всегда, говорят, что такие вещи должны глубоко обучаться, осторожно делаться. Но вы видите, упражнения настолько простые и естественные, что раньше дети это и без нас делали, да? Вот эти наши бабушки учили, когда дети что-то рассказывали, еще руками иллюстрировали. Вот пошел зайка в лес, пошел, за ним кто-то пошел, догнал. Вот так, 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 да, вот эти вещи. Это ведь тоже идет кинезиология, но это было на интуитивном уровне. Так что можно совершенно спокойно использовать их. Потрясающий эффект, вот здорово, замечательное упражнение в работе используется. Да, и постепенно усложняем. Например, а просто на физкульт минутку не уговорить. Подросткам. Ага, вот когда подросткам объясняешь, что это для успеваемости помогает, да, а просто так не сделают. У меня, когда приходят дети на урок, вначале дети, даже подростки старше, давайте потянемся, особенно первый урок с утра, вы еще не проснулись, давайте потянулись, сделали пару упражнений, активизировали, а теперь сели и займемся уроками. Вот такие вещи. В летних оздоровительных лагерях очень хорошо. Тогда комплексно можно делать, и в результате что получается? Формируется определенный навык, который они будут продолжать уже по жизни. Очень, вот дыхательное упражнение нравится в младшей группе. Да, здорово. Ну что ж, друзья мои, вижу, каких-то особых вопросов нет. Ну, здорово. Поздравляю вас с наступающей масленицей, да, с масленичной недели. Желаю вам успехов. И давайте делать эти упражнения и улучшать свое собственное здоровье и здоровье наших детей. И, конечно, результат, если они будут хорошо учиться, наша работа будет более ярко проявлена. Так что до новых встреч. До свидания.